Их пример достоин уважения. Сегодня глава республики встретился с многодетной семьей Гороховых из Алатыря. Слава о них разлетелась на весь православный город. Глава семейства служит в мужском монастыре и вместе с супругой воспитывает 6 детей. В чем секрет родительского счастья, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Обычно строгие правила протокольных мероприятий сегодня нарушать не возбранялось. На встречу с Михаилом Игнатьевым Гороховы решили приехать с оригинальным подарком – песней о семейном счастье. Для них это не пустые слова. Сейчас Ольга и Сергей воспитывают 4 сыновей и 2 дочек. Настоящий семейный хор. Любовь к музыке детям прививает отец. В прошлом году диакон Сергий даже исполнял песни на большом концерте «Таманрадио» на сцене Ледового дворца. Вокалу он обучался в консерватории Нижнего Новгорода и даже руководил мужским хором. Когда есть дар, плюс еще знания, плюс и то, что хорошие учебные заведения закончили, конечно, все это. И все это распространяется на детей, значит. У Марии вообще будет. Мария вообще, да. Народная артистка, наверное, будет. Точно, Мария. Вообще супер. Самые шустрые. В дом правительства с подарками приехали и самые юные члены семьи. На память о встрече главе республики они вручили картины. Ух ты, как много! Ты сиди должна стоять, Мария. Ой, вот душа щедрая. Это кто нарисовал? Это Степан. Да, молодец. Молодец. Вот он хочет, видать, летчиком быть, соответственно, как наш Андрей Григорьевич Николаев, Николай Михайлович Бударин. Спасибо большое. Большая и дружная семья живет, проповедуя личным примером главные духовные ценности – веру, надежду, любовь. Сам диакон Сергий недавно был назначен председателем миссионерского отдела Алатырской епархии. Сейчас то время, когда нужно делом продвигать людей к созиданию России в противовес глобализации. Очень радостно, что по благословению отца Иеронима попал в Чувашию. Действительно, это тот, как отец Иероним говорил, Божий уголочек, который особенно любит Господь. И вот наш маленький город Алатырь тому большое свидетельство. Недавно Гороховым была оказана и государственная поддержка. Субсидии из бюджета помогли улучшить жилищные условия. По крайней мере, есть где жить детям, где есть, соответственно, воспитываться. И условия, когда есть, конечно, они по-другому смотрят на жизнь. Год матери и отца, который я объявил, на самом деле много мероприятий проводим. И это востребовано все нашими жителями, потому что наши традиции сохраняем, укрепляем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.